сборной Германии. Терещенко. Калинин ждет передачи на синей линии. Но другой вариант, и шайба в воротах. Да. Шайба в воротах. На дальнем борту шайбы разлучили, но поборолись партнеры. И Попов! Попов! Сравнивает счет у этой встречи. Вали, если тут ничего не показывают. Бросок Балкина, и 3-2! Вот так! Евгений Балкин! Первая же большинство. Еще хотелось бы посмотреть, пока Медведев пас! 4-3! Вот так! 15 секунд проходит со старта третьего периода и наша сборная! И почему-то уже нет желания у Зеттерберга продолжать выяснение отношений в партнере! Шайба где? Будет на то приятный повод. Что это так, а не иначе? Пережогин на Малкина, Попов! Хет-трик Евгения Малкина! Нашла по своим соперникам. Но очень часто в жизни этих команд наступал момент, когда... По максимуму. Он впервые за последние годы приехал, ну, таким достаточно... Отлично! Саша! 3-1! 3-1! Вынимай вехи! Малкин. Пережогин и Попов вдвоем на перечке. Бросок Малкин. Практически, да?
Синицы мог быть на месте Овечкина. Павел, я считаю, оба, момент. Есть, есть! И все-таки они это сделали! Давайте уже этот момент обсуждать!